Скажите, пожалуйста, А вы для главного на мясе? Я вообще не в этой хуйне. Какой? Ты же у меня угли новые. А они же вон там загореться откроют. Откройте мне руки. Откройте мне веки, блядь. Это, звонил Венгерлы сейчас, Олег. Всем привет, короче. А мыло есть? А мыло в жопу. Мыло в жопу. Да. Вот. Понятно, да. Обидеть легко человека, да? Да. А счастье было где-то рядом. Юра, так кепки сейчас не носят. Ты меня тут не снимай, Петровичу не предоставляй видеоматериалы. Секретные видеоматериалы. Лыжник лыжника видит издалека. Видя? Хрило, Коля, хрило. Я кусочек съела и все. И мясо. Наконец. Вы все помрете, проще говоря. А мы что, сдохнем? Ну, если копить. Ну, Наталью засняли уже, блядь, во всех ракурсах. Ну, не матерись, здесь же камера. Ты хватит, а? Не, ну я все. Наталью засняли, но то мы не сняли. Товарищ, ты будешь и знать и о том. Так, дайте пройти. Куда ты пошел? Так. Ты вечно худой, блядь, иди хоть загори, блядь, сиськи, блядь, таракани, блядь. А ты где загораешь, блядь, просто? Я на работе. Голый ездишь. Это не наши люди. Это не наши люди. Так, ты меня в ауле бросила. Значит, мы сегодня будем спать спокойно на это, на крышу. Причем бесплатно. Среди дубов. Хочешь, я стихотворение скажу вам на стих? Не надо. Нет такой деревни. Ай-яй-яй! Не поребрание, отойди. Ну, видно, что прыгает. Ну, не совсем. Давай, не
Я не на резко, блядь. Вы недавно все, блядь. Что говорить? Ты знаешь, что мы вот, когда вчетвером собирались раньше, нам было на все поебать. Ты бьешь сверху, а мы колени косим, блядь. Я стараюсь тебе поебать. Видишь, палыч теперь от пепла отмахивается. Я от пепла, от дыма, блядь. Смотрите, какая погода. Гром, ливень, и все бегут в бак. Смотри, какая красота. А мы гуляем. Вот на улице вот такой вот ливень. Вот у нас здесь сухо и весело. А у нас здесь весело, а на улице ливень. Нельзя. Нельзя. Да, Виталий, здесь такие страсти накалились уже на этой базе. Посмотри, какая прелесть. Мы не грешные. Чего? Порыбы. И ну и в следующий раз. Мы приедем не через 5 лет, надеюсь. Конечно, надо почаще встречаться. Это можно через 5 лет. Вот так мы приехали отдыхать. Начался ливень. Знаете, какой ливень? Сейчас он... Да он, конечно, пройдет. Небо чистое. Ириха, как всегда, с сигаретой. Сашок еще на улицу не выходил. А ты почему мокрый? Ты на улицу не выходил, мокрый. Сашок уже освежился. Я ведь не чеш. Леночка на улице боится выйти. Так, пошли смелые на улицу, а я не боюсь. А ты как быстро? Я и милый подбежал, обязательно пройдем. Пошли. Фотография на память. А на что нажимать? Вот на это. А что нажимать? Вот запись идет. Ой, придурки! Мы нормальные парни, почему вам придурки? А не только парни, но и девушки. А сейчас выпить можно. Опа-на! Толстопузикам привет! Ой, видал как?
50 грамм накатили, и уже в этом лягушатнике булькаются. Саш, а ты вообще ее умывай, умывай, она красивее будет. Она красивее будет, умывай ее. Вертолет! 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 Разгонит тучи! Сейчас тучи разведет руками наш вертолет. Так, где мой Сашок? Забыла. Сашок! Помаши мне ручкой. Привет, привет. Раздевание. Ла-л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 а. Так. А то все уже мокрые, он один при костюме. Быстрее, быстрее, быстрее раздеваемся. Стесняется, смотри. Стесняется, стесняется. А по сапатке? Вообще всегда считалось 11 лучше. Сейчас, наконец-то, считаем. Потому что мы первые, мы лучше. Это где считалось? Ну, 16-11, мы первые. А ну, как бьют о природу? Ну, оказалось, 612, такие молодцы. Тихо! Я не понял. Там народ, блин, уже утух, как угли, блин, в этом огороде. Давай, горячий. Вот, стаканчик налила, сейчас еще поставим. Так. Кого же благородство не ожидал? А что вы, с конфетами? Сидеть на той табуретке вот здесь. Да, давай. А там танцы идут. Ну, не лень, не лень. Что, северяне тоже холодно будет? Они в южных районах Амурской области родились. Серышево, понимаешь? В смысле? Ну давайте мы тогда перейдем на эту. Мы только родились. Откуда? С ледника вот. Это ледниковый период был? Айсберг. А я там слепому уже тросточку выпрыгнул. Ну, айсберг-то тоже принесли. Айсберги вообще откуда эти? С Антарктиды. Там невозможно вообще. Замерзли? Да нет. Чего? А что там? Сыро. Там народ, я на купе одели, там народ голос сидит. А ты меня там на руках волнуешь? Так лето же. Что-то я его давно не наблюдаю. А он нужен тебе? Ну как? Ну, ты не, он даже не наблюдаешь. Там его Лена, по-моему, хранила. Хранила, ну хорошо, тогда ладно. Ты... Чего? Саня. А ему света нету. Никто не делал? А? Сейчас разберем. О, блядь. Прохладненько как. Баба не работает. Так, туалет не работает. Дорогу. Осторожно. Опять слепую пойдет. Саша, Уралмаша, блин. Второй не нравится, а какой из них? Который не вывели. Так, вы к кому? А на бар можно подняться или нет? А вам почему здесь сидим? А с той стороны? За водкой. А по-моему, электричества нет, вроде бы. На водке тренка сопротивляется. Одни ноги. На Юримину моряк. Слава богу, выплыл. Нет, Юрий, да он моряк. Ну там комментарии интернета читала про эту тему. Нет? Хватит ему. И список, и проводку. Я прочитала, когда голову видно, что пулан будет одна водка. Поехали. Дубль два. Оп. Смотри, раз.
Дубль три. Как сидел, так и сидит. Дорога, дорога, дорога. Чувак, телефончиком идет. Пойдем в дальний путь на долгие года. Веселье час и час разлуки. Готов делить с тобой всегда. Давай пожмем, давай пожмем друг другу руки. И в дальний путь на дальние года. Саня, сейчас туда вам возьмешь на ноги, я за руку. Надо его повторять. А мясо друг кто друг будет оттуда тащить? Да подождите, что вы? И наша дружба сильнее страсти. Больше. Что вы думаете? Ну здесь как-то. Хотя один сволочь меня пытался даже чуть не ударить, блядь. Хотел знать. Заходит этот мужик и чуть ли не это... Хренак? А, опять дождь сегодня. Карнал говорит, а что это такое? Сейчас? Он путает. А он нет, не глядя на то. Посеет, мужик заходит за бидоны берется. Взял за бидоны. За какие бидоны? У нас два бидона стояло, здесь два бидона. А с кем бидоны? А Карнаул сказал. Ну, погода, какая погода? Ты что делаешь? Я мужиков это что погода. А есть какой-то тут приблуда, блядь? Ну нет, я открываю дверь, он пытается меня оттолкнуть и зайти сюда. Я раз, ну, мужик, да, такой, ну, плотненький, коренастый. Не, ну девки его, говорит, вы перепутали, он раз, без базара. Ну, очень сильно, видать, перепутал. А сейчас будет солнце, ребята. И будет, вечер будет прекрасный. Простота – наша дружба. Да. Ты не помогал. Ладно, Саша, еще такой шампур не забрели, чтобы вы выпросили. Ты мне тогда. Он с одного вагона, но не с другого вагона. Он у нас сидит. Что это? Сидит Семенец. Петренко, налейте мне вина, Наташка. Не надо. Да пусть попробует. Наливаю, говорю. Ну, может... На пальму не потянет, или вино бразильское. Угу. А у Бориса слушай, Коля, читает сегодня этот анекдот. Угу. Говорит, мы, говорит, туристы, вот волна началась, все до этого, мы, говорит, взяли на пальму залить. Сигаретами кто-то навал. Нет, Семенец все выложил из кармана, он без майки был. Кто? Семенец. Сигареты. Он без майки, он в трусах, а вот сигареты стоят. Не, ну это Серега выловил. Надо от него и вылететь, сейчас тапочки ищет. Шурик сейчас выходит, смотри, в тапочках без. Ну-ка. В тапках. Слушай, у него тапки хорошие. Они, наверное, привязаны. Склеены. На скотч, блядь. На присоска. Только карманы вывернуты. Такие сигареты были его. А ты нередко в плаще? Что, Света не такая? Нет, конечно. Ну, это фигня. Сапожники. Разберемся, пойдем. Сапожники. Платишь им, платишь, блядь. Не говори. Сволочи. Сволочи. Иди, сволочи. Дай мне румочку. Румочку, а ты заявишь, что вот. Мне да, шапчик. Условий никаких, да, надо румочка, это. Румочка, стаканчик. А зачем? С рюмочкой купаться, что ли? Борис. Борис. А что, с ротмана хочет смотреть? Ага, вот смотри. Надо же разгоняется, я купаюсь туда, только сейчас. Так, нет, погоди. Стой. Я тебе. Ты зашла в купальнике, значит, да? Купальник. И берешь рюмку. Ну, в купальник подразумевает, что. Не, а я не на купальник. Да там Юрий, пацан там. А, это Юра, ё-моё. Говорит, это какая-то бабка. Света нет уже какой-то. Он немножко пузырит. Уже пузырьки под всем уже. Ну да, вода еще скажите что-нибудь. Да ты прекрасно скоро ест. Нормально, все. Да, вода еще. Ну все, переживаете. Не надо слов, мужчина. И так с вами все ясно, козлы. Знаю вас, козлы, да. Взяли все, поняли. Почему? Да, жаль. А если бы Олег был здесь? Алексей. Козлов. Ну,
Все встал на свои места. Нет, ну нормально. Нет, вместе с пачкой он всплыл, я ему и подарил. Я говорю, нахуй это с сигаретой прыгаешь-то, балбес. А он счастливый бежит. А он бежит, я говорю, пачка, вот она стоит. Она плавает прям, полная такая, добрая. Он тапки не потерял. Кого? Тапки. Нет, тапки, ну я уже за тапкой не буду. Я уже за очками заблужался. Иди сюда, я по тапке. Нет. На кости, что ли, или что здесь? Санек, да не переживай, ты найдешь эти очки завтра. Тапки самоклейки. Тапки на присоске. Теперь я знаю, что такое счастье. Я работаю с волшебником. Последний. Ой, хорошо. Хотя на вот смотрите, я так... Кто это? Три девицы под окном. А? Ну он говорил это. Где-то поймет. Работает, понимает. Они в маринаде уже сколько лежали? Они сутки. Сутки они лежали. Тем более. Вот так меня хочет заснять. Да. С кружкой. Я тебя спрашиваю. Да какой кружка? Провод? Нет, уже не нужен, Мира. Коль, с кружкой или без кружки? Плохо видно. Коль. А. Так, на автомате вообще. Иринка, что он делает? Снимаю, я ее всю жизнь снимаю. Ольга, улыбнись. Вас снимает на крышу экрана. Так я тебе вот, пожалуйста, не дали. Это кто уже не ест? Сереж, там я. Была я девочкой в московском переулке, любила с мальчиками бегать на каток. Они дразнили меня черной кошкой-муркой. Мне шел тогда всего 15-й годок. Имела я свою кошачью походку, носила бантики веселые в разброс. Любила пить с мальчишками в подъезде водку и целоваться с ними пламенно в засос. Я Мура-Мурочка, веселая девчонка, не знала я беды в своих 15 лет. Блеснула золотом жиганская коронка, и в грудь мою уперся черный пистолет. Нам сказали, что здесь все черные появятся, никто же кого не видит, что не Я не могу! Отпусти меня!
Таким и остался, понимаешь? И с этим человеком я готов.